Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Оля Рейнбоу. Меня зовут Ольга. И этот видеоурок будет посвящен плетению вот таких вот забавных рожек. И плести мы их будем на рогатке. Ну что ж, поехали! Для плетения рожек нам понадобятся резиночки двух цветов. Это резинки коричневого цвета и красного цвета. Количество резиночек вы сможете посмотреть в описании под видео. Итак, возьмем рогатку и накинем одну резиночку на правый столбик, прокрутив 3 оборота. Раз, два, три. Теперь мы будем накидывать также одну резиночку, но прокручивая 2 оборотика на 2 столбиков. Сейчас мы накинем 8 резиночек. Накидываем первую резиночку, прокручиваем 2 оборота и скидываем резиночки с правого столбика. Накидываем вторую резинку, прокручиваем 2 оборота и скидываем резиночки с 2 столбиков. Накидываем третью резинку. Скидываем резиночки четвертую скидываем резинки пятую. Скидываем резиночки. Шестую. Скидываем резинки. Седьмую. И восьмую резиночку. Теперь мы перекинем резиночки с левого столбика на правый столбик и опустим вот так вот к низу. Берем одну резиночку, накидываем на правый столбик, прокрутив 4 оборота. Раз, два, три, четыре. Накидываем также резиночку, но на 2 столбика, прокручивая в 2 оборота. Теперь мы скидываем вот эту вот резиночку, которую мы накрутили в 4 оборота, на серединку. Опускаем немножечко вниз резиночки и перекидываем резинку с левого столбика на правый столбик. Это мы сейчас сформируем наши рожки. Берем еще одну резиночку, накидываем на левый столбик, прокручивая в 4 оборота. Раз, два, три, 4. Опустим немножечко вниз. Накидываем одну резиночку, прокручиваем в 2 оборота на 2 столбиков. И скидываем резинки с левого столбика. Так, снова накидываем одну резиночку, прокручивая в 2 оборота. И скидываем вот эти вот резиночки с 2 столбиков. Перекидываем резиночку с левого столбика на правый. Немножечко так сдвинем и перекинем на правый столбик. Развернем. Затем возьмем резиночку, накинем на левый столбик, прокрутив 4 оборота. Раз, два, три, четыре. Накидываем одну резинку, прокручивая в 2 оборота. И скидываем резиночки с левого столбика. Снова накидываем резиночки на 2 столбика. И затем мы скинем все резиночки, вот которые мы вот тут сформировали наши рожки. То есть одну пару резиночек с левого столбика. И все резиночки, которые у нас не касаются вот этих вот последних 4 резинок. Вот, от нашего ободка. Скидываем все резиночки.
Так. Накидываем одну резинку. Прокручиваем 2 оборота. Скидываем резиночки со столбиков. Снова накидываем резинку. Скидываем по паре резиночек со столбиков. И еще одну резиночку. Скидываем по паре резиночек. Затем мы перекинем верхнюю пару резиночек с правого столбика на левый столбик. Так вот, развернем. И перекинем верхнюю пару резиночек с правого столбика на левый столбик. Так вот. И затем скинем нижние вот эти 4 резиночки с левого столбика. Накидываем одну резинку на 2 столбика, прокрутив 2 оборота. Скидываем по паре резиночек. Накидываем следующую резиночку. Скидываем по паре резинок. И еще одну резинку. Скидываем по паре резиночек. Снова перекинем резиночки с левого столбика на правый, сформируем вторую часть наших рожек. Опустим к низу наш вот этот такой вот уже ободочек, который мы с вами проплели. И берем одну резиночку, накидываем на правый столбик, прокручиваем 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Затем одну резиночку и скидываем резиночки с правого столбика. Перекидываем резинки с левого столбика на правый столбик. Разворачиваем резиночки. Берем одну резинку, накидываем на левый столбик, прокручиваем 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Затем берем одну резиночку, накидываем на 2 столбика. Скидываем резинки с левого столбика. Тут мы расправим посерединке. Накидываем еще одну резиночку. Скидываем по паре резиночек. И перекидываем резинку с левого столбика на правый столбик. Разворачиваем резиночки. Берем еще одну резиночку, накидываем на левый столбик, прокручиваем 4 оборота. Затем накидываем одну резинку на 2 столбика. Затем мы скинем все резиночки, оставив 4 нижних резиночки на правом столбике, которые относятся к основному нашему ободку. Так. Затем мы накинем 3 резиночки. Накидываем первую резиночку, прокручиваем 2 оборота. Скидываем по паре резиночек со столбиков. Накидываем вторую резиночку. Скидываем по паре резиночек, 2 столбиков. И третью резинку. Скидываем по паре резиночек. Теперь мы перекрепим рожки к нашему ободочку. Мы перекинем резиночки вот эти вот с правого столбика на левый столбик, развернем резинки все
И перекинем верхнюю пару резиночек, также с правого столбика на левый столбик. И скинем резиночки с левого столбика. Вот у нас практически ободочек готов. Нам осталось доплести вот эту вот часть. Мы сейчас накинем 8 резиночек, поочередно проплетая. Накидываем первую резиночку, скидываем резинки со столбиков, накидываем вторую резинку, скидываем резиночки, третью. Четвертую. Пятую. Шестую. Седьмую. И восьмую резиночку. Затем нам надо взять клипсу и накинуть клипсу на резиночки. Вот. Накинули клипсу и соединить сначала. Тут у нас есть петелька из трех резиночек. Мы сейчас на эту петельку также так вот накинем клипс. Вот мы сплели с вами рожки вот такие вот интересные. И для красоты нам еще надо будет сделать бантик. Вот такой вот бантик. Мы сейчас его сплетем на рогатке. Возьмем рогатку и накинем красную резиночку на правый столбик, прокрутив 4 оборота. Раз, два, три, 4. Затем накинем пару резиночек, скинем резинки с правого столбика, перекинем резиночки с левого столбика на правый столбик, развернем эти резинки, снова возьмем резиночку, накинем уже на левый столбик, прокрутив 4 оборота, 1, 2, 3, 4. Накинем пару резиночек и скинем резиночки с левого столбика. Затем возьмем одну резинку, на нее скинем все резиночки со столбиков. Эту резиночку мы сейчас перенесем на крючок и затянем петельку. Затянем сейчас петельку, протянув одну резиночку через вторую так вот изнутри. И эту петельку мы сейчас накрутим 4 оборотика вокруг бантика. Раз. Тут здесь посерединке 2. 3. 4. Вот у нас бантик такой вот получился. И нам его надо теперь прикрепить к нашему ободку. Мы возьмем, заведем крючок под вот эти резиночки посерединке, которые мы накручивали 4 оборотика. Накинем одну коричневую резинку. Протянем через красные резиночки. Второй конец на крючок. И затянем петельку. Так. Сейчас мы прикрепим к нашему ободочку. Значит, заведем крючок вот здесь вот под резиночки. Накинем нашу коричневую резиночку. Протянем через резинки. Вот у нас такой вот получился бантик. И нам осталось всего лишь эту резиночку спрятать. Спрячем мы их под резинки, которые у нас есть тут на ободке.
подружки затянем. Вот наша резиночка спрятана, бантик готов. Осталось нам всего лишь примерить эти рожки для нашей куколки. И вот у нас получились вот такие вот новогодние рожки. Я надеюсь, вам этот видеоурок понравился. И давайте перейдем к нашей рубрике «Передай себе привет». Передаю привет Кате Сидоровой, маме Елене от Дианы Кореневской, Элине Киселевой, Владе Заяц, Юлии Чумак, привет от Варвары Дуевой Алине Волгиной, Латышевой Полине, Наймушиной Эльвире, сестре Жанне, лучшей подруге Умахановой Мадлен и маме Марине. Также летит привет Яне Селицкой, Маше Котик, Лере Учаевой и подружкам Камиле Гулиевой, Алисе Сюзюкиной, Алине Чистяковой и маме Светлане Учаевой. Передаю огромный привет лучшей подруге Алине Волгиной и Дарье Ивановой. Привет летит от Вари Дуевой. Привет Оксане Дзюбе и подруге Дарине. Ярослава Бесфамильная передает привет всему своему классу, а также своей сестренке. И всем пожелала удачи. Передаю привет Снежана Катухова и братику Максиму, Даше Мунтян, Дашуле Ковальской и Валерии Мищенко. А на этом наши приветики закончились. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А на этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в моих новых видеоуроках. Всем пока-пока!